Чего? Чего? Ты че, урод что ли? Привет. Короче, мы тут с Лосом сыграли один на один. Ну, это снайпер команды Rebels, которые на LAN тоже вышли. И вот, некоторые моменты он записывал тоже. И их я помещал на один экран. Посмотрите, зайдет вам такой формат или нет. Если зайдет, то последующей моей дуэли я буду просить соперника тоже записывать. Ну и вот так вот состыковывать. Ну и все, устраиваемся поудобнее и погнали. И кстати, чуваки, для тех, кто не в курсе. Сейчас новым аккаунтом, дойдя до 11 ранга, высвечивается предложение с золотыми пушками. Ну а за ход в игру ты вообще будешь получать целые комплекты пушек по 5 дней. Ну и тем самым тебе вообще не придется донатить, и ты сможешь нагибать с этими стволами. Когда будешь создавать новую почту, чтобы вкачать аккаунт, воспользуйся ссылками в описании, перейдя по которым, ты можешь получить на выбор боевой сет с крутым пулеметом, пушки неон, либо вовсе открыть золотую коробку и нагибать всех по хардкору с АК-103. Ну а если вы не знаете, как создать аккаунт, то ссылку я оставлю в описании. В том видосе я все подробно рассказал. Давай, удачи, чувак. Я жду тебя на ветеранах. Если что, мой ник X-Medium. What's going on, my friend? Why Jonkins with you? No, I don't know. О май гад, ковбой на диком западе. Так, надо модули надеть хорошие. Ну ты помнишь, да? Типа, выигрываешь? С меня качек тебе на Новый год. Нифига себе. Да? А ты что, не видел, как мы с квископом что ли пёхались? Не. Нет? Да. Ну вот как. Я видел заставочку, но видосик не смотрел. Чё, ты вышел уже? Да. Мы уже играем? Что? За трактор заходим, нет? За трактор, да я не задавать пофигу. Ох ты прицельный! Так, 4х надо надевать, я вспомнил. 4х зачем? Чё, да? Потому что 4х обзор больше намакниванный, из-за этого и доводить лучше. Вот оно чё. Да ты жёсткий что ли? Эй, хватит, можешь сидеть. Хотя ладно, пофиг, сиди. Я буду стараться тебя убивать. Ну, за кейсик. Оп, оп, я даже не слышу твоих выстрелов. Чего? За стеной убил? Ну как бы я что-то даже вообще ничего не успел сделать, если честно. Ты в прицеле сейчас ехал? Да. Да? Много ваншотил, да. Еще, я сейчас много попал, он с ваншотил. Может на лане тоже с ним скопим? Ты что, издеваешься? Почему не, это не контрится, типа, чувак. Такое не могу контрить, сори. Когда ты выходишь, и тебя уже тут в прицеле ждут? Тяжело очень. Сидит, блин, гад! Не, ну как по-другому, да? Давай, давай. Будем по твоей тактике играть. Не, ну это жестко, это жестко. Ах ты! Вот каков. Ай! А! Ой! Не, ну слушай, так нечестно, ты меня видишь раньше, у тебя 5 палок. У тебя мака? Че у меня? Ты че, издеваешься? Что, за стеной опять? Ну нет, типа, это не контрится. Понимаешь, я стреляю как бы, но ты у меня убиваешь намного раньше, чем я стреляю. Неужели 5 палок так решают? Вообще с него фазуми, кстати, возможно? Да вот я сейчас фазуми. С четырёшкой? Не, я с пятью, я магму твою взял. Ну я сейчас тоже с фазуми. Повезло. Скет получилось, да. Повезло, можно сказать. Макмиллан, Макмиллан. Ну где ты? Чё ты сел? Это невозможно, чувак, это невозможно, я тебе отвечаю. Не-не-не, вообще. Типа, Unreal. Когда ты вот выходишь сам на меня в прицеле, по сути, я должен тебя видеть первый. Ну ты же на меня выходишь. Да, согласен, а тут согласен. Ты меня убиваешь просто. Тут походу наоборот, система теперь в Warface. Ты свои прицели, тут не первый видит. Ой-ой-ой! Да, система вообще коряво, короче, работает это. Чувак! За стеной, что ли? Да нет, это типа у тебя одно плечо просто у меня, по крайней мере, на экране. Это невозможно убивать.
Давай, выходи, короче, будем драться с мужчиной. Как львы. А не как прицельные ублюдки. Сейчас альтанул, сейчас альтанул. Ну как мужчины, как львы, я могу. А как вот прицельный мудак, нет, не могу. Что-то как-то меня так не научила жизнь. Сейчас, оп. Ну сейчас я тоже в прицеле как бы не стоял. Я сначала хотел такой в прицеле встать, потом такой думаю, нахер надо. Так, ну тут нужно пятерочку одевать тогда, если мы как львы. Ха! Чувак, ты сейчас предугадал или ты, ну типа, увидел, потом только сфоздумил? Слева, я понял, что ты слева стоишь. Ну ты в прицеле заранее выходил, типа, прицелился заранее? Да, да. Господи, это вообще Unreal. Не, ну вот с Макмиллом играть, типа, скилл. А, кстати, обычный Макмилл отличается от магмовского? Ну там, зумом, не зумом. Фу, да не знаю, ну твой какой-то он, блин, прям приятный. По-моему, разницы нет. Оп. Оп, локоть показал. Господи, боже мой. Ты меня в локоть убил? Да. Альтани. Нет, там. Ага, сидит в пикселе, гад. Ты тоже знаешь, да? Да, 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 да. Ну тогда ты такой точно должен знать. Какой? Где ты? Выходи. Ага, понял. Сидит под колесом. Не, ну слушай, ты меня так жестко не убивай. А где ты вообще? Ага, понял. Не, ну вот когда вот, короче, прыгаемся и стреляемся, так я могу. А вот когда сидишь ты в прицеле, я тебя не могу законтрить. Вообще никак. Ну, естественно, тяжело. И, кстати, когда я в прицеле сижу, типа, тоже невозможно попасть. От бедра! А я нет. Ладно, я думал, попаду. Чё-то как-то домок, ты знаешь, она идёт кривая, типа, когда... После выстрела там... Ой-ой-ой, я сейчас, я не знаю, я сейчас должен был попадать, по сути. У меня просто прицел валяется. Как в этом, знаешь, в PUBG валяется 8x. Ну сейчас было жестко. Так же и тут. Сейчас было очень жестко. Интересно, они вот реально отличаются, нет? Это, может быть, я играю с фазу, ну, с зумом меньше, чем эти. это сложно. Просто какая перепалочка тут была, подпатривай. Как это тяжело! Со скаута ты бы меня, наверное, уже расстрелял, да? Чувак, со скаута ты меня, наверное, уже расстрелял бы, да? Прицели, да? Ой-ой-ой. Через подарок, да? Нет, у тебя полтела было. А он простреливается этот подарок, что ли? Да. Серьезно? Серьезно. Ты если будешь с кем играть еще, поэтому знаю. Я хотел тебе через подарок попробовать его. По таймингу, но не вышло. Чего? Чего? Ты чё, урод что ли? Ты меня через подарок убил, да? Да. Это жестко, это очень жестко. А зачем его сделали таким? Типа, чем Хаймзон думал? А? Не знаю, чем он думал. Я тоже так хочу. А, я тебя обманул! Да-да-да, я понял уже. Прицельный мальчик, тихо, тихо. Сосредоточился. И? 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 Ну? Выходи. Где ты есть? А! Е-е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 -
Где? Не, там вообще нереально его попасть, ты чё? Там типа за долю секунду просто чип, проскакивает. Я мацанул, да? Не-не, ты у меня сейчас выкатился. Вот Warface такая странная игра. Я тебя вообще не увидел. Ты прыгнул, короче, да, и прицел у меня закрыл, получается.
У меня такое очень часто бывает. Когда я прыгаю, типа, не вижу врага. Хм. Я что, еще смогу, надеюсь, ничего сделать? Будет прикольно. Возможно, возможно. Если они сядут в прицел. Ну да. Нет, это не контрится, братан! Это не контрится! Ты стоишь в прицеле и... Да, можешь, да, ну, да, я не могу тебя убить. Я, модель как криво выходит. Понял, понял. Типа, я не знаю, кто такой контрить может. Только пятипалочник, пятипалочника, наверное. Может, не так. Ну, лично не, я, ну, так казанские думаю. Казанские четыре палки тоже не палки, я смотрю. Ну, не знаю. Это даже дело не в палках, наверное. Я просто снайпером в последнее время что-то, ну, так, зачастил. Вот сейчас ты, если на меня будешь прицелив ходить, я сдохну. А, я попал, я даже видел кровь. Жёлочки. Не зря его, да, пулю схавала и все, наверное. Ну, я там куда-то много попал, я видел кровушку, но нет. Давай, выходи! Выходи, как мужчина! Ой, залагало, Костян, залагало. Выходи! На один прав хотя бы, давай. А, нечестно! Стой! А, я тебя не там прочитал. Ну, блин. Скажи честно, тебе со скаутом намного проще играть? Конечно, проще с Макмиллом, что-то вот я сейчас попробовал. Как-то, знаешь, когда вот перестрелка идет, вот это мне вот, где мы когда прыгаемся, да? Перестрелим. Конечно, тяжелее, сейчас. Не, ну слушай, твой прицел я контрить не могу вообще. Тебя, кстати, называют прицелем на тренинг? Да, только магисты. Только Йона? Может, его, наверное, и да, а его паника бесит, не называют? Не знаю, с паниками не так сильно общаемся. Ну, общаться-то ну, одно дело, общаетесь. А, ну, вы, наверное, в чат друг другу на пролиге, на проуровне не пишете. Да нет, никто, там, никто никому в чат там, не выписывает. Там нет таких аутистов. Это максимум, там можно в ТС сказать что-нибудь, там магистр там такой секой, там он, а, он ну там фазует. Да, да. Или убили наоборот, тебя, например. Или наоборот, магистр сидит в лупе, да, там, непривычно. Ну, блин, спасибо тебе за игру, вот, напишешь мне, короче, киви кошелечек, я тебе там все отправлю, и на Новый год себе купишь там бухлишко. Или ты не пьешь? Спасибо, спасибо. Я, ну, колу можно. Я понял тебя. Ладно, давай, с наступающим тебя и пока-пока. Спасибо, спасибо.